У нас сегодня очень интересная, но очень деликатная тема. Она касается женского здоровья, а именно миомы матки. И, к сожалению, по статистике в мире насчитывается, у каждой третьей женщины выявляется миома матки. То есть очень большой контингент женщин, которые страдают от этого заболевания. И наша основная задача в данном случае вернуть, ну, так скажем, не только к вам, но и на все постсоветское пространство, немного забытый. Этот метод существует уже больше 20 лет. Это эмболизация маточных артерий. Суть его – органосохраняющая операция, чтобы женщина вылечила свою миому, но не лишилась детородного органа. Причем, если это у женщины миома, и женщина может еще родить, то это не противопоказание к беременности. Наоборот, мы помогаем и даем женщине возможность забеременеть, избавив ее от этой болезни. Какое у вас отношение, вообще как оцениваете уровень развития наших специалистов по Армении, по всей Армении, насколько они восприимчивы к таким новостям? Ну, я хотел бы сказать, что мир тесен. Я приехал в эту клинику впервые, но увидел здесь доктора, который 3 года назад был у меня в клинике, где я работаю, и учился у меня некоторым операциям, в том числе эмболизации. Поэтому я думаю, что докторам надо просто показать технику. Руки у них поставлены, они хорошие специалисты. И вот мое первое впечатление и от вашей страны, от вашего города, и от этой клиники самое позитивное, начиная с погоды. Какие у вас рабочие планы? Что будет представлено, сколько операций будет проводить? Значит, у нас сейчас будет презентация для докторов, для гинекологов, которые, я надеюсь, придут и нас послушают. Мы попробуем доказать, что наш метод является органосохраняющим, что он малоинвазивный, что женщина очень быстро восстанавливает свое здоровье. И затем у нас уже были консультации, у нас будет 3 операции по эмболизации маточных артерий. Իրականացնելու այսպես կոչված միոմայի այդ սնող զարկերակների էմբոլիզացիա, ուրեմն լինում են դեպքեր, երբ որ ուղղակի բաց վիրատության ճանապարով դա շատ բարձր ռիսկերի հետ է կապված, հիվանդները միգուցե անեմիայով են, այսինքն սակավայրությունն են, և բաց վիրատության նույնպես այլան մեծ կորուստի հավանականություն կա, և բացի դա, եթե այդ միոմայի մեծ մակերեսի վրա է հենված արգանդի պատին, դա հեռացնելով բաց ճանապարով միգուցե ուժի մանկացնման ֆունկցիան, դեղ սպի առաջանա և այլն, այսինքն սա մի գործողություն է, որը և պահպանում է մանկացնման ֆունկցիան կնոջ մոտ, որը շատ կարևոր է, քիչ աղոնավորությամբ, և ուղղակի փակվում է այդ էմբոլիզացվում այդ զարկերակը, և մենք ունենում ենք լավ արդյունքներ այդ միոմայի կապակցությամբ։ Մենք բաց ենք, մենք հրավիրել ենք բոլոր հիվանդանոցներին, ովքեր հետաքրքրված են, բժիշկները, ովքեր ուզում են իրենց կենտրոններում նման գործողություններ կատարեն, և կլինուսոցողական լեկցիաների տեսքով և մաստեր կլասի տեսքով, այսինքն կան ներկա լինեն վիրատությանը, նույնպես մասնակցեն, հարցեր տան, սովորեն և տեխնիկապես իրականացնեն իրենց կենտրոններում։ Насколько актуальна эта тема? Мы уже говорили вот сейчас в интервью, да, что частота встречаемости очень высока у женщин, которые могут рожать, практически каждая вторая женщина имеет миому матки. В предменопаузальном возрасте каждая вторая женщина. Причем лечение оно достаточно понятное, да, это радикальные операции. И не все женщины, особенно в течение нашего времени, хотят лишаться органа дальше. Основные симптомы матки, в общем-то, вы все знаете, но я коротко прям не буду вас тут учить. Да, это менорагия, метрорагия, болевой синдром и, естественно, синдром сдавления тазовых органов, который чаще всего выражается в дизурии и запоре. И, конечно же, это при больших миомах, это бесплодие. Как это выглядит? Вот перед вами большая матка, соответственно, большая миома и раздавленный мочевой пузырь. Соответственно, будет дизурия. Соответственно, первая жалоба женщины будет, и качество жизни у нее очень сильно меняется дальше. Вот так это выглядит сбоку, в боковой проекции. Дальше. Здесь у женщины гидронефроз. Гидронефроз связан со сдавлением маткой мочеточников. Видно, как замедлен отток мочи. Дальше. Кто решает, когда и как делать эмболизацию? У нас в клинике, я просто буду говорить о том, как работаем мы, у нас мультидисциплинарный подход к лечению. Естественно, сначала происходит динамическое наблюдение. Естественно, есть попытка медикаментозного лечения. Если ответа на лечение нет, то приглашается интервенционный радиолог, ну или рентгенохирург, да, и решается вопрос, что предложить женщине, это или эмболизация, или хирургическое лечение.